Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Forerunner 225, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы. Итак, мы листаем вниз, ищем здесь настройки. Далее выбираем систему и выбираем язык текста. И здесь мы уже можем выбрать какой-нибудь язык. Вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.